Привет всем танкисты, с вами Хомиш. Сегодня у нас на основной сервер вышло обновление 0.8.8, и многие задаются вопросом, где взять моды под 0.8.8, почему большая часть модов вообще не работает, почему даже на WoWClear и на большинстве сайтов все моды либо не работают, либо их очень мало. Вот сейчас я отвечу вам на этот вопрос и покажу свою сборку модов, что мне удалось найти, что работает пока что на версии 0.8.8. В общем, разработчики наши решили изменить язык программирования для сборки модификаций. То есть теперь модификации собираются совершенно на другом языке программирования, что немножко печально и делает большую часть модов пока что недоступными. Особенно XVM, который вообще не создан пока что еще для новой версии. И будет он дня через 3-4. Работают пока только прицелы и некоторые модификации. Вот. Сейчас я вам покажу свои. Заходим в умения, вот у меня есть мод, который показывает дополнительную информацию о перках. Показывает вот маскировка, снижает общую заметность танка плюс 50 к первоначальному показанию маскировки, то есть 50%. В процентном соотношении показывает вот все плюшки, там орлиный глаз, сколько добавляет обзора и тому подобное. Далее еще есть прицел и всякие остальные фишки, которые я смогу вам показать только в бою. Переходим к бою, я вам это все покажу. А вот, ребят, я, собственно, и в бою. Меня очень хорошо кинуло, на удивление. И сейчас я вам показываю остальные моды. Это мой прицел с версии 0.8.7 со всеми его фишками, то есть, которые показывают вот сколько миллиметров в каком месте у танка. А мой X16 зум, который приближает вот ближе, чем обычно. Все, что нужно, есть. Как мы видим, вот КД показывает тоже, очень хорошо показывает, сколько теряется бронепробитие за расстояние, тоже очень-очень полезная штука. И вот эта вот дамаг-панель внизу, это пока что все, что получилось собрать для версии 0.8.8. Такая вот тестовая сборка модов, ребята, извините, что так. Как только выйдет XVM и остальные моды, под новую версию я соберу другой модпак, более полный. Это для тех, кто ждет моего модпака, такая пробная тестовая версия с прицелом, дамаг панелью, зумом и дополнительной информацией о танках, собственно. Спасибо вам за просмотр, танкисты. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ставьте лайки, ждите полноценного модпака, но этот тоже ставьте, не переживайте, он нормальный, все хорошо. Удачных вам боев, до свидания.